В Госдуме России обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак. Инициатива направлена на то, чтобы сократить число бездомных животных на улицах. По словам автора документа депутата Олега Шейна, за рубежом распространена практика штрафов для хозяев, избавляющихся от четвероногих. Он подчеркнул, что обязательную регистрацию предлагается вести только на собак. Кошек и других домашних животных инициатива не коснется. Размер штрафов для хозяев, которые не зарегистрируют собаку, не уточняется. Ожидается, что законопроект рассмотрят в Госдуме в сентябре.